Так вот, чат, сразу попрошу реально, типа, ну, те, кто вот по-настоящему животных боится, особенно собак, наверное, лучше вам покинуть этот стрим, потому что, ну, я все-таки переживаю за психику своих зрителей. Вот, но подписывайтесь на наши телеграммы с делами, в любом случае. То есть там будет собаки как можно меньше, чтобы не пугались. У меня пост ТГ через 3 минуты. Да, я знаю, с собакой. Так, все. Так, интригу надо оставить. Давай, давай. Оставляем пока? Да. Здравствуй, закрой экран. Закрой, я закрой. Хочу, чтобы мы взяли собаку в руки и сели, и Матвей нас снял на диване. Готовы, чат? Смотрите. Надо вот так взять. Ой, иди-ка сюда. Вот. Маленький. Вот я куп. Ой, ты стесняешься камеры. Чего-то смеются. W, пудель. W все пишут? Ну, конечно, ты сказал, что это самая страшная собака. Нет, я сказал страшная в плане того, что она грозная, типа. Милаха. Нет, это не мультипуль, чат. Это, короче, той пудель. Это той пудель, девочка. Короче, мы долго с Диларой общались. Ну, инициатором... Скоро 2 года нашему общению. Да, нет, в смысле, не вообще, а вот по собаке. То есть инициатором, наверное, все-таки я был, то есть мыслительный процесс запустил. Но потом мы вместе пришли к тому, что мы хотим собаку, хотим воспитывать маленькое чудо, вот, вместе. И вот он на руках. Крылышко KFC. Блять, короче, мы сегодня приезжаем в питомник, чтобы вы понимали, и там просто страус нахуй ходит. Просто, то есть мы видим огромный страус, то есть на худеньких ножках, такие, знаешь, огромное тело. И он стоит, мы его там погладили, отходим, и он просто за нами всю дорогу идет, значит, страус, как будто мы с ним пришли изначально, такой кубик реально. Вот, а по собаке, ну, конечно, ребят, очень хотелось собаку, прям пиздец, ну-ка такая. Наггетс. Стой, сейчас 2 секунды, оп. Он так своим хвостиком виляет. Чат, видно? Видно, чат? Посмотрите, какое маленькое чудо. А включи свет в комнате, Матвей. Ну, только не основной свет. Не, нормально, нормально. Или ты не... Ой, блядь. Ёбаный рот. Маленький ты хорошенький. Такая хорошенькая собачка. Самая милая на свете. Ой, ну да, подержи меня. Ой, как хвостик виляет. Господи. Назовите его Наггетс. Я понял, в чем прикол Наггетс. Ты видела видос? Где чел типа откусывает собаку, а там вот эта собака. Нет. Типа с нейросетью сделали. Типа у него лежат крылышки из KFC вот так в панировке. И он типа берет, откусывает. Ты просто откусывает собаку, а там вот эта собака. Не-не-не, там, ну там чуть. Слушай, надо руки помыть точно. А все уже. Ну, бля, чуть-чуть это. Подержи пока нам. Давай. Сейчас приду. Шо ты, Наггетс? Господи, такая маленькая. Ей всего 3 месяца. У нее даже еще не все прививки сделаны. То есть, чат, чтобы вы понимали, нам сказали, типа, из рыжих собак эта собака по уму на 2-м месте. На 1-м Иван Шурпатов. Это кто? Строгос. Это Строгос. Это вот, еще, чтобы вы понимали, просто. Смотрите, какие глаза у нее. Это чудо, я не знаю. Мы сейчас про тебя? Я шарю в подкатах, сучка. Первый полис. Она ручки уже лизала. Ну, ушка-то нет. Ой, смотрит вот так вот. Давай, чё, продолжай. Какая лизунья у нас, а? Ути маленькая. Бля, у нее такие глаза милые. Мы как будто... То есть мы когда выбирали, мы начали смотреть, там 2 собаки, получается, было. И прям вот к этой собаке очень сильно тянуло. То есть я не знаю, это, с чем это связано, но просто было ощущение, что это наше уже, все. То есть, да, сразу то есть понятно. У нее какие-то глаза как будто супер умные и так далее. То есть она вырастет, она будет в 2 раза больше. То есть это не как мультипу, она не больше. То есть у них ноги длиннее, все. Это, ну, это пудель, короче.
цена? Ну, цена такая. Не, говори. Не надо? Не. А почему? Думаешь, не знаю? Ну, как будто... Какая разница? А вон уже написали люди, смотри. Очень много пишут. Откуда они знают? Не знаю. Ты говорил где-то? А, пишут, ты, ты говорил. Это нейросеть ебаная. Это не я. Видео с Магнолией, где вы обнимаетесь, это нейросеть. И вот это тоже нейросеть. Да, да, только два видео на Земле, это нейросеть. Это видео с Магнолией, когда нас палили. И этот. И вот этот вот. Блядь, посмотрите на этот щавель. Вот это, ой, блядь, какие они охуенные. Ты знаешь, как шапка-ушанка, блядь, у кого-то надета вот так. И такие, оп, эти ушки, блядь. Ой, ты маленькая. Голосование в чат. Щавель или персик? Ой. Ой, она славу лижет, смотрите. Давай еще. А я тебе. Ой. Она вообще лизунья еще та. Да? Да. Бля, это плюс вайп. Но у нее до сих пор нет имени, ребят. У нее нет глистов, она пила противоглиста штуки. Точно? Я просто из-за этого боялся. Потому что я, она же еще не привита полностью. Она от глистов первым делом. А, от глистов первым делом, да? А от всяких клопов, клещей и так далее, это весной мы будем делать. Глистогон, что-то такое, короче, да. Мяу. О, смотрите, кто пришел. Кстати, они сразу подружились с кошкой. Рассказывают две смешные истории, связанные с кошкой. Первая история. Помните, мы брали маленькую собачку, я ее снимал, которая меня лизала жестко лицо, вот так я что-то говорил. Чихуахуа. Которые, захуесосили все. Вот. Она пиздец гоняла Синая. То есть кошка от нее просто вот по квартире бегала, типа, часами. Да, и у меня такая специфичная достаточно кошка. Она не дерется, но она, типа, может без когтей лапы вот так вот начать бить. Когда ее что-то бесит. И она этого щенка постоянно вот так вот, типа, отстанет меня, короче. Вот, и вторая история, это с котом Данилы гориллы. А, не, я вообще другую хотел сказать. А, да? Я хотел рассказать, как там залетел бульдог соседский. А, так у нас три истории. Три истории. Короче, прикиньте, мы просто открываем дверь, и в этот момент на лестничную клетку выходит сосед со своей собакой с прогулки. А он без поводка, собака. И она просто вылетает и забегает к нам в квартиру. Она встречает Синайку у двери, короче, стоит кошка. Да, она такая, блядь, что за хуйня, блядь, разворачивается, начинает бежать вот так. И собака за ней, то есть, прикинь, собака бежит, показываю. То есть она вот так. Она вот так бежит. Синайка туда прячется, она здесь останавливается, делает два глоточка воды и дальше за ней, нахуй. Где Синайка? Ушла. Да, ребят, Синайка впала в депрессию и ушла из дома. Ну-ка. Ой, тут, возможно, грязно. Снайкс. Няма-няма, кошачья еда. А, вон она накакала. Снайка, ты какала. Почему говорят, что она поправилась? Я чуть-чуть ее подкармливаю. Ну и что, у нее немножко кардан заниженный. Можно сказать, что пружины срезали, все. Синай! Ну ты чё? Да, блядь, мы так не купили бы ты, блядь. Я тебе скажу просто втихаря, мы так, мы собаку, то есть мы, естественно, тебя-то любим, пиздец. Да-да-да, сейчас, секунду. Да не, не, какая она толстая стала, чуть-чуть у неё, может быть. Ну, вообще, да, конечно. Зачем ты её подкармливаешь? Вообще, пиздец, сейчас. Вот, ну, сейчас, подожди секунду. Ну, короче, мы тебя пиздец любим, блядь, реально. То есть, ну, мы взяли собаку, да, но она прикольнее в 10 раз. Ладно, шутка, нет. То есть, ты реально охуенно. Мы тебя пиздец любим, не обижайся. То есть, мы и тебя, и ее будем любить. То есть, ну, да, я пиздец люблю собак больше. Что ты делаешь? Ой, собачка. Что ты делаешь? Что ты там снимаешь? Ты у Синай под хвостиком снимал? Ты что, рофлил? Я видела. Какой под хвостиком снимал? Под хвостиком снимал. Ты что, прикалываешься? Да, она отвернулась, и ты начал снимать. Нет, за кого держишь сейчас?
Я не сдержу тебя сейчас. Такой милый. И Синайка. Смотри, она грустит. Прости, Синай. Прости, долбоёб. Она сильно грустит. Ладно, даёт тебе поцелуй. Так зачем ты её под хвостиком снимала? Слав, чего вы тут делали? Ты маленькая. Ты один мужик в этой семье. Три женщины. Ой, мочу наступил. Блять, и все рыжие. Проклятье. Да не, призвай, пиздец. Реально, у вас просто один цвет волос. Реально? Да, просто, ну, на камере, по крайней мере, выглядит так. Ну, чуть-чуть оттенки отличаются. Мужики разные. Потому что у тебя такой переливистый цвет, типа, у Корнея потемнее, снизу посветлее. Ну, у нее там чуть переливистый. Но глобально, вот так, если смотреть, знаешь, без линз, то пиздец похоже. Синай, понюхай. Чего пишут, под туза кошки дай. А, надо нам сказали жопу дать пронюхнуть ей. Да. Ой, давай, хочешь, я подержу ее? Давай. Не, надо прям, надо чуть-чуть ей надавить, чтобы она прям в анус нырнула. Не, реально. Ну, нам сказали через 4... Нет, нет, нам сказали через 4 часа дать понюхать попку. Ну, не снимай только это. Да не, ну мы не будем давить, просто давай так. Синай, хочешь занюхнуть попки? Вот попа. Понюхай, понюхай. Это ну, нормальная демка, это собака. Не хочет нюхать попку. Да это, бля, главное, что она не подумает, что это еда, бля. Она реально подумает, что это наггетс. Ахуй, недоеденный. Тебе наш наггетс. Ой, ну блин, она реально новорожденный ребенок просто. А лапки? У нее такие красивые лапки, посмотри. Че ты там снимаешь? Такая хорошая. Смотри, Синай забилась просто в угол. Это... Бля, она реально пуговка. Смотри, Синай грустит. Синай, да прости ты нас, блядь. Мы... Я, честно, я рофлю, я ебать тебя люблю, ты же знаешь. Ну, в смысле, не ебать тебя люблю, а очень тебя люблю. Ты все-таки снимал под хвостиком. Не снимала под хвостиком. Ну, я же блядь, видела. 27 лет. Ну, я же видела. Вот там вот смотри, на все, она пошла колбаситься. Идет трансляция. Да это случайно, она сама повернулась попку. Синай, вот смотри, вот повернись тем, чем хочешь. Видишь, она зажалась вообще, она не хочет ничего показывать. Потому что она боится собак вообще. Нужно чуть время дать. Можешь положить ее к ней? Не надо, не надо, не надо. Значит, столкнет его, бля, как в этом. Три, ой, бля. Как 300 спартанцев. This is Sparta, бля, и лап. Реально, у тебя, смотри, какая семья. Очень довольный вид. У нее же мега недовольное лицо. Синай, ну что такое, мы тебя очень любим. Да она, подержи, она ревнует, приколись. Да, бля, посмотри, как она обиделась. Смотри. Синай. На, возьми собачку. Давай, давай. Синай. Ой, маленький забился. Ох. Расстроился. Ебать, комочек такой. Синаечка. Ты даже спиной смотрит. Синаечка, ну что ты маленькая? Что такое? Да все, она говорит, меня променяли, блядь. Ну что это? Так уши сразу торчат. Синай, хочешь понюхать попки? Что-то какой-то этот... Нам попку. Сказали попку нюхнуть дать. Ой. Что? Вот, я же тебе говорил, она растопырила. Поспокойнее. Не, она поворачивается попкой специально, просто она типа говорит, идите в жопу. Ой. Ой, ты же маленькая, ну не обижайся на нас. Мы тебе подружку привезли. Вызвали. Ты знаешь морскую звезду Патрика? Охуенный ракурс был. Синай, Синай, Синай. Сделай так еще раз. Синайка. Синай. Ну, Синай. Подожди. Вырубай нахуй. Вот так вот в семье с тремя женщинами. Глаз до глаз. Именно вот это. С этим взглядом, так типа ничего не было. У него голова как грецкий орешек. Просто. Спрашивают, у тебя телезунья? Он, кстати, лежит, пиздец. Ой, что такое режим только видео? Покажи. А, все, я убрала. Ты что в курточке ходишь? Не холодно. Дома? Реально. Я просто я бы переоделась что-то другое, наверное. Но там у меня просто кофта. Полупрозрачный. Это мультипудель? Нет, чат, это пудель, той пудель. Это той пудель, синотик. Да. Назовите... А, по названию, блядь, мы так и не определились. Это важная тема. Синай!
Сина, если сейчас не придешь, то мы просто назовем твоим именем. Сейчас он говорит, иди нахуй. Прям прикиньте реально, насколько это обидно еще взять просто имя с пизди. Не, ребят, мы на самом деле Синайку реально любим. Я собачник, честно, пиздец. Мне очень нравятся собаки. То есть это одна из 10 собак моих первых. Наших. Это одна из 10 собак. То есть через пару лет у нас уже 40 будет собак. Ой, она зевнула. И лизнула. И лизнула. Что еще тут делала? Ты что не делала? Я все видела. Она хорошенькая девочка. Ой, смотри, какие глаза. Блядь, как... Ладно, похуй. Ой, у нее ноги разъехали. Она, короче, сейчас бегит. Она не умеет сидеть. Она сидеть не умеет, да. Да, она, короче, она садится, у нее отъезжают ноги, она садится дальше, они опять отъезжают. Он падает, блядь. Ой, блядь. Короче, да, у нас прям младенец. Это плюшевая игрушка, чтобы вы понимали. То есть она нереально приятная на ощупь. Ой-ой-ой. Но у нее все еще нет имени, то есть ничего не поменялось. Я видел, в чате предлагают Луна, но я не хочу, чтобы она ассоциировалась с Лунуком. Это же от Лунаси. Ну, наверное, но все равно, то есть... Фак, теперь я буду об этом думать. Да, то есть... Не, мне еще кажется, имена на Л фигня. Ну, типа, собакам. Ты начала задумываться, какие имена на Л, да, есть? А какие есть имена на Л? Леонид. Лулу, Леня. Леха. А, ну это не полное имя, это типа... Лох. Как будто надо не... Лиза... Не знаю, как будто не точно не именем русским, господи. Ну, типа, и никаким человеческим именем. Ну, почему? Славик норм, нет? Ну, собаку. Славик. Ну, это человеческое имя. А, женщина. Слава, кстати. Певица. Ликси. Эмили. Ляля. Не, надо что-то... Либо надо что-то смешное. Да, я тоже хочу. Мы подумали... А, ну, нельзя говорить, почему. То, что рикотта. Рикотта. Мы подумали назвать ее Рикоттой. Да, Рикотта, ребят. Может, рассказать? Вот у Макса собаку зовут Эшли. Мы же все равно не будем Рикоттой называть, наверное. Да, не будем называть Рикоттой. Что, рассказать? Просто челпи сыр. Ебать. Ой, она вас лижет. А может быть, чат, она вас лизнула, да. Может быть, назвать ее Паня, типа панировка? Ну, как наггетс. Не? Паня. Как будто какая-то панкушка. Как будто Панин. Она услышала и посмотрела. Закрой уши нахуй. Он реально ебанутый. Вы знакомы? Нет, да нахуй такие знакомства. Лучше вообще из дома не выходить. Знакомы. Соболезно. Главное, не знакомим вот эту собачку с Панином. Что-то ест там мои пальцы, блядь. Такой дабл и пёсик. Что, рассказываем, почему рикотта? Да, расскажи. Просто... Короче, мы едем с питомника ехать. Сколько мы часа? 2.5? Бля, дохуя мы ехали. Прям суммарно 4 часа мы ехали. Да, там пробка. Ну, как вы знаете, в пробке что в машине происходит? Оно вот так вот очень сильно трясется. И, короче, оно у меня сидело вот так вот в этом месте. Я ее гладила. Ну, вот так ее держала. И, короче, я что-то слышу, она так... Что такое, смотрю, она, оказывается, мне нарыгала на рукав и начала слизывать. Такую лужицу ебанул, типа, реготу. Вот такая вот была лужица у меня на рукаве. А у меня еще рукав, что вы поняли, у меня, типа, шубка, и там такие, как перышки. Ну, как шубка, типа. Ну, да-да-да. Вот. И она вот именно на вот эту часть. И мы решили, что мы назовем ее реготой. А потом подумали, блин, рикотта слишком грубо, назовем ее рикоттой. Рикотта, да. Какие глазки, пиздец. Ой, тихо. Блядь, какая она милая. Ой, тихо, какой. Капец, реально, ой, ой. Не, глазки у нее волшебные. Хочешь пальчик? Пишут Рики. Ну, Рики — это как будто для пацана имя. Так, ну рикотта, что за дела? Рикси. Это как будто из Трипухи кто-то. Триша. А, как ее зовут, блядь, по календарю этому? Ай! Она не сильно кусается, она покусала. Она вначале покусала, а потом... А, реально? Ну все, извиняюсь. А надо фу делать? Или рано еще? Не, она услышала, что мне больно перестало. Да, не перестало. Ты маленький, все равно кусаться хочешь.
Ой, ты какой маленький котенок. Да. Надо придумать какое-то название. Пишут Шанель. Что смешно? Шанель? Ну, как-то... Не знаю, как будто по-дубайски. Да. Как будто, если я был бы из Кортнис, я бы назвал так собаку. Как будто, да, тоже такая мысль. Шанель. Шанель, иди сюда. Шанель. Вот Болитяга другое дело, заебись. Болитяга! Рикованс. Рикованс. Это, кстати, Рикованс. Типа Рикота, да. Рикованс. Рикованс. Давай она будет рейвбай-бустер. Дилара на Элсон Бьюти. Дилара на Элсон Бьюти. Может, Дилара? Ой, бля, извини, пожалуйста. Бля, сейчас забанят, скажут, собаку бьет. Прости, пожалуйста, мне просто рука поджалась. Неудобно, реально. Шма, говорят, назвать ее. Нет. Шма на зеленый, на кудрявый. Ой, ой. Смотри. Не получилось. Бля, это же реально наггетс. Угу. Можно было назвать ее типа как в Доте Нага. Я боюсь, что я когда-то оговорюсь. Как? И скажу... Да, и скажу наггетс. Наггетс. Да, типа, поэтому, думаю, не стоит. Я думаю, нам надо время подумать, а не сразу решить. Ну да, сейчас, возможно, когда стрим офнем, начнем заниматься собачкой. Привет, чудо. Шелби, как Томас, да? Ну, Шелби, кстати, прикольнее. Мустанг есть такой. Старый Шелби. Ой, а где такой этот пузик у нас? У него, кстати, татуировка уже есть, ребят. Вот ей 2 месяца, а у него уже татуировка, смотрите. Ты показываешь? А это не ее QR-код? Не смогут отсканировать его, украсть? А? Нет. Бля, надеюсь, это не QR-код реально. Смотри, я реально, когда тут массируешь, она ножку загибает. Да, смотри. Да, пузик. Смотри, это куриное крылышко, KFC, смотри. Ой, очень похоже. Смотри, как болтает. Ребят, заказал KFC, короче. Сейчас кушу. А, нет, подожди, забыл соус. Сейчас она добавит. Пиздец. Сейчас она, да, реально соуса накинет мне сзади. Наша рогота маленькая. Ты еще островов не вонет. Все, хватит. Да, ля, маленькая. Блядь. Ребят, Дилара еще очень красивые фотки в своем телеграм-канале выложила с нашей ноунейм-собакой. No label. Я не знаю, как ее зовут, просто, ну, просто наш собакой. Вот, можете посмотреть. Ну, сука, только не дрочите, блядь. Я на всякий случай приду. Ой. Пишет виски назвать. Причем, что я не бью. Чуркаш. Это больше для меня подходит. Ну ладно, шучу, вообще никакая чуркаш я не оставляю, кстати. Меня так воспитали. Не слушай. Там очень много хороших пишет, на самом деле, прикольных таких. Надо подумать, с чем ее можно ассоциировать просто. А, давайте я вам скажу, как ее зовут. Можно показывать собачий паспорт? Или это не считается же за разглашение информации? Тут сейчас, блядь, за документы забанят, понял? То есть, если свой паспорт показать, за это банят. W, Матвеич, W, мужчина, бля! И значит, барыга разбросал просто вес. Ой-ой-ой, ребята, сейчас сколько... Сейчас мочил, через 4 часа дать, и вечером следующее. Это на завтра должно хватить. Это собачий барыга. Нельзя все сразу намачивать. Можно, в холодильник написано ставить. Не, нельзя, брат. Тут, нет, она сказала, нам 8 часов не должно проходить с момента замачивания. Да. Ну ничего страшного. Ничего страшного, просто собачка умрет от голода, спасибо тебе. На ночь замоченную порцию поставить в холодильник. Размоченный корм нельзя хранить, да, в комнате. Да, мы просто у нее уточняли, она сказала, да, она сказала, не больше 8 часов в холодильнике. Она сказала, типа, на ночь только на утро ставить порцию. Да, и поэтому... потом между ней как раз 4 часа должно проходить. Ну вот 2 пройдет, это тогда выкинуть. Это сегодня включу. Один, а другой... Один сегодня, а другой завтра утром. Угу. Ну все, так. 8 часов, надо проснуться в 7 утра? Да. Ну, там либо не ложиться. Ну ладно. Ну да, эти лучше. Еще просто в этот вольер Синаем положить. Он скажет, вы чего охуели?
Ой, блядь. Играем, играем, лучший пес на земле. Вау, W, песик. О, умеет бегать. W, давай, бро. Вау. Она шлифует. Ай, да, сразу побежал. Давай, давай, смотри, смотри, смотри. Давай, песик. Песик. Не ори, в смысле, она слышит? Конечно, не носись так. А, бля, у нее уши есть. Прости меня, реально долбоёбы, я думал, что мы играем. Привет. Прости, бля. Я думал, она не слышит. Потому что просто сайт побежала, бля. Она за мной бежала же, нет? Вначале. Она прям, она так смешно разбилась, я сейчас потом покажу. Смотри, смотри. Пойдем играть. Блядь, у нее имени нет. Вот в чем прикол. Пойдем, пойдем, пойдем. Беги, беги, смотри, беги. Не, на нее не беги, а обратно беги. Ты наша собачка теперь. Мне кажется, она пока пару часов всего. Тут я еще ну, хотя да, она 2 часа здесь. Пусть ладно, отъебемся. Я думаю, слишком... Давай, играй, давай. Пускай лежанку пощупает. Может, не в доту его не брать? А там пеленка есть, Матвей? Есть. Что такое? О, такая игривая. Да, да, она разогналась. Смотри, вообще другое дело. Как мне что делать с тобой? Как играть-то? Как играть, маленькая Рогота? Бля, такая прикольная. Ой, нет, так она боится будет. Так она на нее бежит, блядь, такой. Миш не боится. Оо, W, она сама нашла летающую тарелку собаки. Что? Она в ней будет сидеть. Да, я это очень давно купила для Синая. Это вообще для Синая было, но я так понял, все, что было для Синая, сейчас все отожмут. Ну, считай, сама на нее не стала ложиться. Ну да, да. Не, ну мы же купили новый диван. Где диван, кстати? Пойду диван найду. Сейчас, что вам еще могу показать? Такого из того, что вы не видели. Освоил эту аудиокарту благодаря Дмитрию Ликсу. Он мне помог настроить наушники. Теперь сижу на проводных через аудиокарту, чтобы слышать свой голос и делать священный камаль. Вот, у меня есть. Это ж татарское, правильно? Ой. Это татарское? Да, это тюбетейка. Да, будет тюбетейка. Надо повязку снять, да? Повязка не очень. Подожди, Мян, ты не понимаешь. Ля татар. Вот. Тебе идет. Кстати, вот если реально без повязки, мне прям нравится, как она мне сидит. Вот без приколов. Подержи, смотри. С повязкой она круче сидит. Реально? Как будто... Чат, как лучше, с повязкой или без? Татар-малай. Татар-малай. Все пишут с повязкой. Даже по-моему, даже тюбетейку с повязкой буду носить. Уже все, типа, сплю в повязке. Абу татарчик. Погнали. Че, может, да? Все, да-да, я как раз хотел завершать. Смотри. Так, ой, залез домик. Нам сказали, короче, приучать его, сказали в день на 30 минут минимум уходить, оставлять его на такие паузы, чтобы он приучался быть один дома. Ой, блядь. Это она. Ой, она. Ой, ебаный рот. Она еще всегда, когда где-то сидит, она вот так вот головку куда-то кладет. Да. Так же и там. И когда ему ехали, она тоже, у него тут везде головку клала. Я бы тоже тебе куда-то головку положил. Стоп. Да я про голову, точнее.
просто. Я о чем думаю? Что вообще такой пошлый? Все, урву. Позор. Просто поссорились, расстались. Собаку делим. Это не шутка. Я про голову. Такая, блядь, милая какая-то. Такой, такой, ой-ой-ой. Бля, руки как бомжа трусит. Да, я выдержу. Мне тоже ничего не тестить. Ну, а потому что стабилизации вообще никакой не чуть понял. Наггетс отдыхает. Бля, такие глаза умные, да? Пиздец вообще. Наггетс спит. Блядь, ебать, гениально. Давай, помнишь, он нам предлагал, что? Там звук. Помнишь, он спросил про выставку? Да. Стрим с выставки. На соревнования ее отдать. Я буду носиться с ней. А ты был когда-нибудь на выставку? Четко? Почему? Там нельзя снимать? Заниматься, ну, я буду. Да нет, там не надо заниматься, Саша. А, нет, в смысле, у вас талант. Хочу собачью выставку. Я была на кошачьей, там ты просто показываешь. Нет, там надо, чтобы их бежать, там, там через ограждение. Я такой... Вот и тренировок. Типа, весь ганфайт собачий, ганфайт дог. Ганфайт дог состав. Ну, вообще, Наггетс вообще не вдупляет, что сейчас. Наггетс, ты хочешь нет. Киберспорт собачий? Я думаю, она не хочет снова. Она хочет, я отвечаю, посмотри на глаза. Я думаю... У нее пиздец амбиции уже. Я думаю, у нее амбиции пописать на пеленочку и попить водичку. Не, она хочет киберспорт 100%. Прикинь, мы завтра заходим, она на компьютере играет в игру строй, вот с кошкой. Где кошка надо бегать? Она такая, ты что? Она боится таких амбиций, смотри. Ой, маленький, маленький. Ты когда с нее глаза его? Догфай. Все, давай спать. Давай. Догфай, реально смешно звучит. Типа... Ну, в принципе, и сейчас можно моих пацанов Dog Five назвать. Ладно, шутка. Ну, тебе смешно поснимаю. Давай, все, выключаем стрим. Не знаю, где. Под большим пальцем кнопка End, чтобы закончить. Чат. А, я должна выключить? Чат, спасибо за стрим. Вы топ. Можете поздравить нас с собакой. Мне запретили чат. Ты похож на рыбу вот эту вот. Да, реально страшно. В упор эти волосы очень. Я вот сейчас смотрю. Чат, я не так, я, у меня не так и не страшно в жизни смотрится. Какие волосы? Пришницы? Нет, про волосы. Я считаю, что все должны на аватарку тебя поставить. Вот. Фурсбер, за скриншот я на звонок поставлю. Ладно, все, давайте, пока-пока. Да, короче, чат, все. Спасибо всем за стрим, www. Все, спокойной ночи, сладких снов. Ну что, я забыл, что стрим не офнул. Вообще, давай, короче.